Ну а пока все в нервном напряжении. К слову, оскаровская гонка коснулась и казахстанских киношников. Санжар Мади, например, уже определился со своим фаворитом. Весь мир обсуждает грядущую церемонию. Американские киноакадемики уже отдали свои голоса. И где-то там начали складывать в конверты имена победителей. Казахстанские мувимейкеры и актеры не в особом предвкушении. В этом году я пропустил все. Даже не посмотрел в этих... В Инстаграме, в новостях. Ну, я не скажу, что прям я фанат этих вручений. Но, конечно, когда Ди Каприо не получает там какую-то премию, ты уже тоже, как член общества, переживаешь за Ди Каприо. Что ж, из опрошенных один Санжар Мади оказался в теме. За последние 2 недели мне удалось посмотреть, наверное, 4 или 5 картин, которые номинанты на Оскара. И в моем, скажем так, списке фаворитов это 3 билборда. Такое ощущение, что местной полиции больше по душе кошмарит чернокожих, чем раскрывает реальность. Происходящие преступления. На лучшую актрису, на лучший фильм, как мне кажется. Это очень интернациональный фильм и очень красивый. Самый острый кинокритик Казахстана считает, что основная борьба идет между 3 лентами. 3 билборда на границе Эббинга-Миссури, Дюнкерк и Форма воды. Последняя картина значится аж в 13 категориях. Человек расстоит на своих двоих. Но мы созданы по образу Божьему. Вы ведь не так себе Бога представляете, правда? Я не понимаю, почему такая шумиха вокруг «Формы воды». Это очень такое кино вторичное и довольно скучновато. Все темы любой терпимости, начиная от гомофобии, заканчивая там, расовой дискриминацией. То есть, по-моему, это перебор для одной картины. Карим на 100% уверен, что «Оскар» за лучшую женскую роль отхватит Фрэнсис Макдорманд. Но и пока многие сходятся во мнении, что Гари Олдман тоже не уйдет с пустыми руками.